Итак, мы ведем наш эфир из странных условий. Я не знаю, слышите ли вы эти звуки. Вот буквально только что, секунд 30 назад, мне чуть нахуй не выбило окно. Живу я в таком достаточно старом доме. Ну, это не бункер, конечно, но это и не сраная панелька. Так вот, когда... Ну, в общем, стены здесь не тонкие. Вот. Так, сейчас мы придем на кухню, чтобы вы могли заценить саунд. Здесь вот... дерево напротив моего окна, оно так раскачивается влево-вправо градусов на 90. Вот. И очень хочет ёбнуть мне или по балкону, ну, в общем, вы поняли. Ебануться! Я стою примерно в метре, в полутора от форточки. Меня только что забрызгало нахуй. И это при том, что у меня сетки везде. Да. Сходил я на завод, да. Вот. Собственно, о заводе. Только я слышу «Уебан!» Как хопа, уебан перестал. Подхожу к компуктеру. Безопасная загрузка Шиндерс. Вот. Такие дела. Так что у меня теперь тоже такой свободный график. Я теперь свободный человек. Единственное, о чем я жалею, что я не купил макарон побольше. А надо было. Эх, видимо, первый удар уже прошел, и больше такого крутого саундинга не будет. Блять, ебаная современная аппаратура. Пока включал планшет, пока искал ебаную программу. Надо найти иконочку. Пока эта говнина загружалась. Да. Ну чё. В общем, у меня жопа в жизни. Не знаю, как у вас. Проект всё равно не работает. Слушайте, может быть, этот ураган мне послали боги как отмазку, а? Вот. Сейчас вот посмотрит на это, посмотрит и скажет, не будем его трогать, а? Так, дерево больше не ездит влево-вправо. Ну, видимо, шоу уже кончилось. Ай. А такой ужас начался, что... Ай! Больше всего, конечно, жалко 30 дней жизни, но... ну да ладно. Жизнь с чистого листа. Жаль, что мне за них не заплатят. Но какие-то сбережения есть. Покушал хотя бы. Ну вот. Удивляюсь, как это все раньше не ёбнуло. О, еще раз свет мигнул. Свет... О, как! Свет просто как светомузыка мигает. Надо бы, пожалуй... Так, винты раскручиваются заново. Это мой компуктер. Вот. Так, все. Нахуй ты, блядь, раскручиваешься? Нахуй, блядь! Ай, блядь!
Итак, я выключил счетчик, и это пиздец, ребята. В полной темноте. Ну как в полной темноте? Сразу обозначился планшет и телефон. Вот, есть, правда, небольшая сложность. Сложность в том, что теперь я не могу ходить, я не могу готовить. Теперь мне и макароны-то не нужны. И мясо стухнет явно. Так, что-то здесь упало. Блять, в коридоре, где света нет, какую-то вспышку увидел. Ну, по крайней мере, у меня теперь есть охуенная отмазка. Я скажу, что я все сломал. А потом сломали меня. В смысле, света. Вот. Вот такие вот дела. Я охуеваю. Это же надо так свету мигать несколько раз, прям как святой музыкой. И это у меня лампочки-экономки. Если уж экономка, блядь, мигает, как святой музыка. Фух. Так, я чувствую, это оно пронеслось где-то над моим домом. А теперь эта дрянь проносится где-то над подстанцией. Ну ничего, могу с чистой совестью играть в корпорацию Чума. Да. Фух. Собственно, сегодня я в нее и так играл много раз. Yes. Что-то за грибок у меня не получается никак. Играю без читов, разумеется. Я же элита. Давайте начнем. Да. С чего же мы начнем так? Так. Ну что, подождем. Вообще... Я или играю как-то неправильно, вот, или игра за фунгус слишком медленная. Фух. Я ж весь вспотел. Так, давайте будем развиваться. Тихонечко. Не то, чтобы это было жизненно необходимо, но если уж начал, то почему бы и нет? Подождем, пока у нас будет 5. Ага.
попробуем на комаров сделать ставку. Я не знаю, в реальной природе комары разносят грибки или нет. Что-то у нас вообще лучше. Комары за 9. Это хуже. Это также. Также, также. Будем комаров фармить. Они как бы более инфекционные. Требуют 9 баллов. Какой-то странный у меня репортаж. И ведь главное, какой-то пятой точкой я чувствовал, что сегодня будет пиздец. Конечно, куча открытых документов, но вы поняли. Ой, а я сегодня еще обещал... да, я еще одному товарищу обещал встретиться. И вот, в принципе... Так, сколько мне там надо? В принципе, я не могу ни ИРЛ ничего сделать. Потому что ИРЛ, вон, пиздец происходит. Не онлайн, потому что свет мигает. Пришлось пробки выкрутить. Что мне остается, кроме как лечь и лежать? Манкини такие веселые, сказал казахский профессор. Кто такой манкини? Бабушка мне говорила, без денег ты бездельник. Ну хотя бы можно в интернетах зависать, учиться, саморазвиваться. А без электричества, фу! Наконец-то. Так, надо, пожалуй... Да, будем воду дальше качать. 10 поинтов надо еще. Хотя бы это не летально, нельзя летальные симптомы развивать в самом начале игры. Надо заботиться о жертвах. Блять, только прилег. Все, пиздарики. Я, блять, больше суток не спал. Кстати, спать совершенно не хочется. Какой-то такой стресс, шок. Единственное, чем я жалею, что я не купил макароны. Надо было 2 пачки брать. Макароны дерьмовые, дорогие, по 100 рублей за килограмм примерно. То есть 5-кратная переплата, но мне понравилось. Ну чё? Рашки пока не пизда, но 20 миллионов уже есть. Мне всегда интересовало, как в этой игре работают градиенты? Почему-то иногда с Москвы начинается, иногда с Сибири покраснение.
В России, наконец-то, когда уже 100 миллионов человек я заразил, вот, нашли небольшое, незначительное заболевание. И без лучшего финансирования займет разработка многие годы. Ну, кто бы сомневался. Так, а мне сколько нужно? 16 очков. Я уже старенький стал, циферки не помню. Казахстан, старт. Опа. Некроз нам не нужен, некроз. Он летален. Лучше бессонницу прокачать. Блин, с этими дополнительными очками я вообще могу воду прокачать. Ну ладно. Балбес есть балбес. О! Кого-то я счастлив во Францию. Walking Dead Combo. Почему-то он иногда то сразу появляется, когда бессонницу с малокровием совместить. То к концу игры. Так, давай. В общем, у нас достаточно такая высокая инфекционность. Обратите внимание, наводнение в Польше, эти смерти записали в мой счет. Ну не сволочи ли, а? Все виновата болезнь, да. Так, тем временем скорость заражения резко снизилась. Так, давайте качать стойкость к препаратам. Мне даже нет стойкости к препаратам. У меня всего 300 миллионов человек инфицировано. Вон уже 1% лекарства уже завершено. Как это играть? Непонятно. Как там Япошек? У Япошек все хорошо, пока еще. И это плохо. Ну вот, теперь ждать 29 очков. А к этому времени еще полпланеты, вернее, половину лекарства изобретут. Что эти за звуки? Все.
Все, сейчас разработка лекарства пойдет ускоренными темпами. И заметьте, ни копейки мне не добавилось. Одна надежда на китайцев. Их много. Да, действительно. Словно им это поможет. Ничего, молодцы. Так. Что бы покачать еще? Давайте паранойю прокачаем. Так, генетика решафл пока рано делать. Кто-то здесь ждем. Опа. Так. Штаты. Мне не нравятся штаты. И Канада. И вся Африка. Не нравится. Ну, наконец-то. Наконец-то. Соединенные Штаты. Ну, наконец-то. Эх, просру. Так, чтобы нам денег потратить. Что у нас есть? Да ни на что не буду тратить. Вот сейчас бы развился некроз, было бы лишь-нибудь такое. Можно было бы уже и не отказываться от него. Хотя... В Штатах это опасно, потому что некроз убьет тех немногих счастливчиков. И все, пиздарики. Мне интересно, как это централизованная утилизация трупов. Это как? В масштабе Европы. О, в Африке теперь я есть. Надо до Канады добраться. Но самое главное... Ё-моё. Ну я же это самое... Я же не... Как так? Ну ладно. Так, подавление иммунитета теперь есть. Отлично. Я стал немножко летальным. И тут дальше, в принципе, один шаг до тотального отказа органов. 3 миллиарда человек уже мои. Да. Может
быть, куколкой поработать, а? И она быстро деньги все сожрет. Так, все. Надо работать с пуколкой. Блять, а я так надеялся, что будет в Канаде или в Гренландии хотя бы. Нахер мне эта Африка, а? Мне она, конечно, тоже нужна. Но не за такие деньги. 4,5 миллиарда людей. Так, да, Штаты мои. Куча мелких стран, где меня нету. Это плохо. Ладно, пока есть, что есть. Видите, как на деньги жрает. Сука, и все в сраной Африке. Все в сраной, ебаной, блядской Африке. Нет бы Канаду. Ну, наконец-то Гренландия моя. Хотя не факт, что моя. Ну, вот и все. Наконец-то Канадашка. Где мутации? Где ядовитые страшные мутации с отказом органов и всем остальным? Где? Они бы мне сейчас пригодились. 5 миллиардов. Ладно, ребята, начнем. Значит, генетический решафл сделаем. А на сдачу отказ органов. Хотя, я, честно говоря, это сделал рано. Но если этого не сделать, я даже пару-тройки миллиардов не ёбну. Интересно, как это мой начальник, а? Что он думает про меня? Так, следующий шафл 38 аж стоит. Сделать решафл, когда будет 100%. Или прямо сейчас. Три с половиной миллиарда уже умерли. Гемофилия.
Так. 40 дней нужно для разработки лекарства. Решафл. Генетический решафл 1043 стоит. 103 дня, все. Но тут есть одна заковыка. У нас уменьшается не только трудоспособное население, но и инфицированное население. Поэтому мы можем все просрать. Пять миллиардов умерли. Так, 168 дней. 7% человечества еще здоровы. Это много. Когда будет... Так. 7,7. Надо уже отключать губительные симптомы. Триста миллионов здоровых не остались. Ну что, будем... Так, при таком... Год почти... Да. Здоровых больше, чем инфицированных. Так что срочно отключаем отказ органов. И тем самым снижаем летальность. 6,1 миллиарда умерли. Продолжают умирать дальше. И при этом лекарства делать уже практически некому. При таких темпах год. Смотрите, количество здоровых уже меньше, чем больных. А я думал про свою партию. Впрочем, у меня есть талант. Странно Африка выглядит, как одеяло. Даже в Гренландии есть живые, пока еще. Но количество заболевших снижается. Мир оздоравливается. Я, правда, боюсь, что мне в конце напишут, что все умерли, и вы мудак. Самые здоровые у нас в Анголе. В Анголе и в Центральной Африке. И в России. В Ливии только дали максимальный приоритет разработки лекарства. Ну надо же. 53 миллиона здоровых. Вообще циферки так вот затормозились. Хороший способ оздоровления городов.
количество инфицированных все падает и падает. Что-то у нас проходит в Анголе. А вот в Анголе-то количество инфицированных все растет. А, кстати, о чем будет? У меня ж тут такая писечка есть. Лол, что? Это... Вот это! Да... Когда там будет лекарство? 94 дня? Ой, надо. Ну что, мы это самое паутируем. О, в этой стране уже людей не осталось живых. Очень удобно. 6,3 миллиарда мертвы, и лекарства разрабатывать уже тащим-то и для кого. Да и не для кого. Те 300 миллионов уже... конечно, можно еще человечество поднять, но... Играю с огнем, честно говоря, потому что... Лекарство почти закончено. Да. О, но healthy people left in the world. И вот теперь мы снова включаем... Но это очень, кстати, опасно. Я хотел сделать генетик решафл. Ой, опасно. Наверное, надо было решафл делать. Но я балбесина. Может, пронесет. А? Или не пронесет. Население осталось 5%. Я надеюсь, что пронесет. Надо было решафл делать. А я балбес. Ну, вроде пока проносит. Да, пронесет. Да 135 дней я точно все ебаное человечество грохну. Шесть миллиарда. Но очков будет минимум. Да. 231 день. Нету у человечества 231 дня. 25 миллионов человек. 18 уже. 16 миллионов, 15 миллионов человек. Где там ваш золотой миллиард, а? А? 9 миллионов человек осталось. 8,5. 7. 6 миллионов.
5 миллионов человек. Где там ваш золотой миллиард, а? А, я вас спрашиваю. И только в таком состоянии мира пришли новости из Ливии. 1,7 миллиарда человек. О, миллионы, извините. Ведь работать самим придется. Все. Весь мир приближается к статусу мухосрани. Да. Все-таки подеба. Вот видите как, видите? Никогда не сдавайтесь, никогда не отчаивайтесь, верьте в себя. Ну или просто не бросайте начатое. Чтобы, скажем так, ваши инвестиции вот, не пропадали. Смотрите, смотрите, лекарство уже на 98% готово. Будет смешно, если его таки сделают. Здоровых нет. 284 тысячи осталось живых. Это даже меньше. Это даже меньше, я не знаю. Это ультрамухосрань. Сейчас лекарство 99. 10 лет нужно на его разработку. А, но у вас нет 10 лет. А сколько, интересно, мне нужно на прошивку, на разработку прошивки? Блядь, еще комп непонятно в каком состоянии теперь. Пиздец. 12 тысяч, 10 тысяч человек, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2 тысячи человек, 1 тысяча человек, 1 тысяч человек, 1 тысяч 918 человек, 860 человек. Да. Да. Вот такая вот история, как грибок подебил человечество. Дали всего вот 2 звездочки. Фу. Больше 3 лет понадобилось моему грибку. Да. Вот. Ну и ладно. Вот. Шторм, ураган тоже утих. Наверное, надо будет что-нибудь сделать.